8-летний мальчик погиб во время игры, фактически повесившись на капроновых колготках. По предварительным данным, он вместе с друзьями играл в общем коридоре одного из домов по улице Нефтяников в Бугульме. Они прыгали с трубы, которую использовали как турник. На ней была закреплена петля из капроновых колготок. Ребенок, спрыгивая вниз, случайно попал в нее головой и скончался на месте. По данному факту Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Причине смерти по неосторожности». В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование дела продолжается.